Магистральная автомобильная дорога М6 Минск-Гродно, граница Республики Польша-Брузги, связывает Минск с областным центром городом Гродно. Проходит по территории двух областей Беларуси – Минской и Гродненской. Имеет выход на ответвление Международного критского транспортного коридора номер 9Б, север-юг и государственной границы. Обеспечивает связь городов Минск, Гродно, Лида, Иве, Щучин, Скидель. По дороге осуществляются перевозки пассажиров, промышленных грузов и продукции сельскохозяйственного производства. Из-за удаленности основных железнодорожных станций магистраль М6 является главным транспортным звеном пассажирских перевозок данного направления. До 2016 года порядка 60% протяженности автомобильной дороги М6 соответствовало параметрам второй категории, имея полосу со встречным движением. Увеличение интенсивности движения, в том числе международных перевозок, привело к необходимости совершенствовать маршрут в данном направлении с реконструкцией дороги М6 Минск-Гродно, граница Республики Польша-Брузги. Кредитная линия на реконструкцию автомобильной дороги М6 была предоставлена Всемирным банком. За право осуществить реконструкцию автомобильной дороги М6 в международном открытом конкурсе боролось 8 компаний из Белоруссии, Польши, Литвы, Турции и Китая. Победителями признаны консорциумы компаний холдинга «Белавтодор». Общая протяженность участка реконструкции 153,7 километра. Участок разделен на 8 контрактов и 2 этапа. В 2018 году досрочно введено в эксплуатацию 5 контрактов первого этапа реконструкции протяженностью 86,4 километра. В третьем квартале 2019 года вводятся в эксплуатацию 3 контракта второго этапа реконструкции протяженностью 67,3 километра. Проект реализуется на условиях ФИДИК в рамках международных правил, как и все проекты, финансируемые международными финансовыми институтами. Реконструируемый участок дороги соответствует требованиям первой Б-категории с расчетной скоростью движения 120 км в час. На дороге М6 построено 10 транспортных развязок в двух уровнях. Построено и отремонтировано 27 мостов и путепроводов, 4 скотопрогона. Устроено 139 водопропускных труб. В целях обеспечения безопасности движения на всем протяжении дороги предусмотрены железобетонные и металлические ограждения на разделительной полосе. Для увеличения объема применения местных строительных материалов, в том числе цемента, щебня, холдинг «Белавтодор» впервые в Беларуси начал масштабное внедрение железобетонных парапетных ограждений. На автомобильной дороге М6 их устроено 135,5 километров. Установка металлических ограждений осуществляется на высоких насыпях по обочине протяжением более 47 километров. Установлено 4600 новых дорожных знаков. 76 светофорных объектов в местах пешеходных переходов, освещение автобусных остановок и пешеходных переходов. Для отдыха водителей предусмотрено 7 площадок отдыха. В целях обеспечения бесперебойного и непрерывного содержания дороги, что особенно актуально в зимнее время, предусмотрено строительство 3 производственно-технологических площадок, укомплектованных необходимым оборудованием для подготовки и хранения песчано-соляных смесей для зимнего содержания дороги.
ходе реконструкции автомобильной дороги М6 было выполнено около 730 тысяч кубометров выторфовки, уложено около 8 миллионов кубометров грунта. В основании автомобильной дороги было уложено 1,2 миллиона тонн щебня и 1 миллион тонн песчано-гравийных смесей. А в дорожное покрытие около 2 миллионов тонн асфальтных смесей. Реконструкция автомобильной дороги М6 включала значительный объем работ, связанных с вопросом экологии, защите окружающего и животного мира. Так, для повышения безопасности движения по автомобильной дороге М6 и во избежание выхода диких животных, участки дороги, проходящие через леса, ограждены защитной сеткой. В местах миграции предусмотрено 2 перехода для диких животных и многочисленные переходы для земноводных. Для снижения шума от проходящего по дороге транспортного потока в населенных пунктах, примыкающих к дороге, установлены шумозащитные экраны. Масштаб и уровень производимых работ на автодороге М6 в очередной раз подтверждает мощность и квалификацию холдинга «Белавтодор». Именно такие проекты укрепляют сплоченность работы всех подразделений и открывают возможность для творческой инициативы. Магистральная автомобильная дорога М6 – достойная победа холдинга «Белавтодор».